Потемкинская лестница в угрожающем состоянии. Халатность строителей и городской власти привела памятник архитектуры национального значения на грани разрушения. Опасность, которую не хотят замечать в мэрии, совершенно очевидна. Что творится на Потемкинской лестнице, понятно даже далекому от строительства человеку. Гранитные ступени сняты, системы водостока нет. Вопреки техническим нормам, место работ не накрыто изолирующим материалом. Талая и дождевая вода собирается во всех углублениях. После дождя 6 февраля на лестнице стоят лужи. Одесский общественник Владислав Балинский в очередной раз проинспектировал стройплощадку. Вопреки заверениям руководства компании «Экострой», вода активно впитывается в сложенное из ракушек основание лестницы. Под ней с потолка и стен уже текут ручьи. Чем это грозит, понятно. Строители ничего не предпринимают. Мэрия, которая обязана контролировать ход работ, как будто только и ждет, когда все рухнет, чтобы потом потратить еще больше денег на восстановление. Иначе как объяснить поведение чиновников и самого городского головы?